И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт Макс, Вайгрон, Сундук, кто-то и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Все просили, чтобы я записал, какой Бенди самый крутой. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем веселиться, потому что мы не только их будем смотреть, а еще и взрывать. Давай ставь, короче, наверное, всех по одному, будем их рассматривать. Ого, прикольно, у них походники у всех разные еще. Так. Вот, челепистрик вот этот прикольный, мне нравится. О, это они песни поют такие? Прикольно, нифига себе их сколько есть. Так, знаете, вот этот с камеры вообще эпичный. Получается, он карту подсвечивает, чем мы его раньше не использовали. Пацаны, знаете, что я хотел проверить? Ими правой кнопкой управлять. Ой, что со мной? Стойте, стойте, что-то не то произошло. А что это было? Да не, я как-то телепортировался через карту вниз. Так, я не понял, они просто ходят. Знаете, что я сейчас включу? Вот так вот. Мы теперь проверим, кто из них самое больше дамажит, их самый умный. А потом мы проверим, сколько у них жизней. Так, Сэмми вот этот с топором, мне кажется, он самый имбовый будет, поэтому бойтесь его самое больше. А, у нас бессмертие включено, да, у нас стопы. Бессмертие включено. Правильно, я проверял сначала, как они бегают, а теперь мы сделаем. Кстати, они тут с другом держат. Да? О, так мы можем потом битву запилить. Опа, они сундук почти умер. Все ваншотят. Да? Опа-опа, и музычка пошла. Так-так-так, он ко мне приближается. Давайте проверим, обойдет он или нет. Так-так-так, мы сейчас проверим, он умный. Нифига себе, они карту наизусть знают. Ага, он на обход пошел. Они боятся спрыгивать. Так, какой получается из них самый такой умный? Бенди ваншот. Я думал, какой-то из них будет немножко быстрее. Они все одинаково бегают? Или нет? Не, быстрее всего это Бенди из третьего. Так, Бенди. С топориком, который бегает. Мне кажется, да, с топором вот этот самый быстрый. Во. А зачем их двое страны? А я просто проверяю. Так, я сейчас прыгну, он меня не убьет. А, он за мной не агрится. А, не агрится, прощайте. Так, как-то вот все очень спокойно. Ой. Да? Так, и давайте с дубин. А с дубинкой, кстати, не вдамажит с одного раза. Давайте проверим. А ну лупани меня. Да, так что это ты видишь? Этот слабенький такой. Просто прикольный челик. Так, бегают, бегают. И вот такой вот появился откуда-то. Сейчас мы, короче, ребята, их еще побольше поставим. Ой-ой-ой. И сделаем эпик. Нифига себе, они все одновременно бегут за мной. Вот, блин, до балкона бы допрыгнуть. Было бы эпично. Я подпрыгнул. Допрыгнул, красава. Я паркурист просто не от бога. Прощайте. Ой, шар их не дам. Я не попал. Тут еще попасть надо. Нифига себе, они лупашат. Так, так, так. Сейчас мы кое-что проверим. Так, проверяем на прочность. Будем скидывать по одной бомбе, потому что эта бомба очень имбовая. А, зажали в угол. Ой-ой-ой, минус. Бум. Ребята, это, как всегда, очень мощные взрывы. Это всего лишь одна бомба была. Сейчас я еще буду сбрасывать. Подождите, они что, не умерли? Кто не сдох. Не понял, а что так нечестно? Так, так, так. Бегу, бегу, бегу. Бомба летит. Ай, блин, об крышу ударилась, говно. Ай, вот это эпик. Неплохо. Они все очень бессмертные. Да они смертные, ты чего? Я знаю, что они умирают. Мы же вроде как-то стреляли, помню, на карте еще их спамнили, убегали просто. Как, в принципе, и сейчас. Но они умирали. Ой. Ой. Неплохо. Я пока никого не убил. Так, это очень странно. Хорошо, сейчас мы сделаем. Не переживайте. Сейчас мы сделаем вот так вот. Видишь? Вы что, не умираете? Его надо по животу. Он мне живот пробил. А может, когда я их поставил, у них бессмертие было включено? Сейчас не дай-ка. Я не знаю. Ну, вряд ли. Мне кажется, они сами по себе бессмертны. Вот Бенди точно бессмертный. Так, давайте, знаете, чем проверим? Админским пистолетом. Они все сдохнут. Нет, они бессмертные. А не, какие-то умирают. Вот Бенди бессмертный.
Да какой, как это так? О. А как нам их мочить? Я хочу их замочить всех. Так, готовьтесь. Сейчас мы сделаем эпический кадр. Когда будет у меня сильно лагать, я перестану. Так, пока мне 60 кадров. Все у нас отлично. Ой. Не ссы. Он свой. Так, 60 очка. Все у нас по красоте. Во-во, начинает проседать. Ну, не сильно. Во. Так, сейчас мы попробуем, короче, сделать их с одной бомбы. Не, давайте вот эту сбросим. Мне кажется, вот это будет вообще сильно. Одна бомба. Блин, мне кажется, я нечетко попаду. Да, нечетко. Нечетко? Блин, нет, говно. Четко, давай. Четко. Бум. Ой, она просрала. А что она такая слабая? Так, я не понял. Давай вот эту сброшу. Нет. Пацаны, летит, летит. Давай, летит. Плохо в гаррисмоде нельзя сильный ветер добавить. Мне сначала показалось, что он у нас. Что такое? Ой. О. Так, умерла парочку, не? Нет, нет. Да что ж такое, ребята, я не хотел это делать. Я не хотел. Меня заставил гаррисмод. Димас. Просто за секунду миллион бомб. Прощай, Димас. Прощай. Вот это и... Я не хочу возрождаться. Почему они живые? А никто не сдох, по-моему. Да почему? Я не понимаю, они же умирали. Так вот, умирает, кто-то убил его. Бум! Я не знаю, я просто разозлился. Нет, они живые. Я не понимаю, это что за читерство? Давай баночек тогда. Так, стой. Игнорировать игроков. Может, когда ИИ у них будет включено, тогда они будут умирать? Ах ты жопа, бьет меня уже по жопе. Я тоже. Так, 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 я бегу, я стараюсь выжить и смотреть этот эпический кадр. Ну умрите! Бум! Вообще, чересчур даже. Я, слушай, мне кажется, никто не знает. Да почему? Что за проклятие на мне лежит? Ни одного не могу убить челика. А что ты думал? Сейчас мы будем всех мочить. Так, что-то у меня уже 32 кадра. Вот это я разогнался. Так, не мочите, я хочу их сам убить. Так, вот эта бомба должна погубить всех. Ну и нас тоже. Давайте, чтобы был выстрел очень точный, мы сделаем вот так вот. Открытки на зал. А мне этот открытки на зал не на... Воу. Что за проклятие? Да что это такое? Да как эта игра работает? Хорошо, я не хотел. Вот этого я точно не хотел. Меня заставили. Меня заставили, я не хотел. Ребята, если вы летите на рабочий стол, я не виноват. Бум. Почему они не умирают? Умирают! Умирают! Ура! Они горят! Ву! Еще здесь не активировались. Давайте поможем активироваться этим бомбам. А давай напалмовую бомбу. Напалмовую? Полетели, полетели. Воу, вообще жесть. И еще, ого. Вот здесь куча этих. Я не понимаю, почему они так... У них же по 100 хп, почему? Какую ты хотел скинуть бомбу? Напалмовую. А, ну давай вместе лупашим одновременно, погнали.
Ребята, если мы хотим сделать эпик, надеюсь, получится. Ого, ты псих, зачем ты столько много набросал, как и я? Ого, бомбы активируются наши. Ого, дамажит моментально. Все, получилось? Посмотрел бы на карту. Да. Ого, сука, бомб не активировалась. Еще я парочку своих удалю, пожалуй. А, это все мои. Вот так вот. Так вот будет с каждым, да? Ой, рабочий стол, наверное, будет, пацаны. Да, заглючило. Не, работает, просчитывает. Горисмот, ты сможешь, давай. Я в тебя верю, давай, давай. Покадрово просчитывай, просчитывай. Ого. Нифига себе. И это он выдержал. И это за то, что если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!